Весенний концерт – это еще один повод объединить всех вместе и вспомнить о том, что рядом с нами люди с ограниченными возможностями, кому необходима помощь и поддержка. Именно они доказывают, что в жизни нет ничего невозможного. Те, кому судьба послала сложные испытания, несмотря на свой недуг, живут, работают, создают семьи, занимаются любимым делом. Уже несколько мероприятий подряд мы пытаемся объединить граждан с разными видами инвалидности в одном мероприятии. И информация бывает одинаковая, а люди воспринимают ее по-разному. И вот сегодня мы объединили людей с разными группами и видами инвалидности в один праздничный весенний концерт. Мы не ожидали такого количества желающих. Наверное, какие-то ограничения снялись. Многие люди почувствовали себя гораздо лучше. Весеннее настроение, солнышко привлекло в наш зал сегодня большое количество людей. Среди приглашенных самые активные, инициативные, творческие личности. Разделить праздничное настроение, познакомиться и пообщаться приехали представители из общества инвалидов, посетители дневного отделения для пожилых и инвалидов города Бреста. 20 марта – день весеннего равноденствия. Мы решили, так как давно не было никаких мероприятий, провести, так сказать, призвать весну, чтобы она к нам пришла. Наше мероприятие называется «Встречаем весну вместе». Множество ярких и красочных номеров было подготовлено участниками концерта. Такие выступления создали в зале атмосферу праздника и подарили массу незабываемых впечатлений. Мероприятие прошло на одном дыхании и подарило всем гостям массу положительных эмоций и хорошее настроение.